Добрый вечер. Давайте начнем практику. Садитесь. Вытягивайте ноги вперед. Сведите основание больших пальцев. Пятки чуть-чуть разведите. Мышцы ягодиц толкните назад за седалищные кости. Поставьте ладони у таза. Присогните руки в локтях. Сильно прижмите пятки к полу. Выпрямите ноги. Плечи опустите вниз. Потяните за макушкой головы. Наверх. Дандасана. Основная асана сидя. Мягко. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Женщины сгибают левую ногу, мужчины правую. Пятка к основанию лобковой кости. Икроножную мышцу от себя. Рукой кость бедра и две кости голени направьте вниз. То же самое проделайте с противоположной ногой. Руки перед грудью. Положение рук намаскар мудра. Традиционный индийский жест приветствия. Тыльная поверхность большого пальца левой руки касается сердца. Остальные 8 пальцев рук вперед, плечи над тазом. Раздвиньте немножко грудную клетку, лопатки сзади. Закройте глаза. Расслабьте уголки глаз, расслабьте уголки губ. Обездвижьте язык в нижней челюсти. Одной шеей приспустите голову вниз. Направьте внутренний взгляд на большие пальцы рук. Несколько циклов дыхания. Побудьте в тишине. Побудьте наедине со своим телом. Настройтесь на практику. На вдохе поднимите голову. Позвольте глазам открыться. Всем еще раз добрый вечер. Давайте начнем класс. Начнем традиционно с садха-мукха вираджасаны. Вам поворачиваться не нужно, ваш йогамат в длину. Я буду поворачиваться к вам боком. Когда нужно будет развернуть йогамат в длину, я скажу. Итак, начинаем класс традиционно с садха-мукха вираджасаны. Для садха-мукха вираджасаны пятки вместе, колени широко. Обращаю ваше внимание, важная деталь. Колени в садха-мукха вираджасаны широко, они на ширине йогамата. Опускаем таз на пятки, колени широко. На выдохе направляемся верхней частью тела, туловищем вниз. Увеличиваем расстояние от таза до плавающих ребер, от подвздошных костей таза до плавающих ребер. Мягкий живот, не напряженный. И руками тянемся вперед, смотрим за начало йогамата. Опускаем лоб. Теперь чуть больше движения таза назад. Что значит таза назад? Мощный таз, такой тяжелый, инертный, за пятки отправляйте. Надавите сильно ладонями в йогамат. Почувствуйте ладонной поверхностью, поверхность йогамата. На вдохе голову поднимите, посмотрите за начало йогамата. И снова лоб опустите. И в этом положении мягкие движения вдоха и выдоха. На вдохе диафрагма поднимается и раздвигается. На выдохе опускается. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. На очередном вдохе поднимите голову. Качнитесь вперед. Встаньте на четвереньки. Колени на ширину таза. Кончики пальцев ног подверните. Поднимите повздошные кости таза, сделайте прогиб в поясничном отделе позвоночника. Теперь посмотрите на свои руки, внутренние локти, заверните к друг другу, пальцы рук широко поднимите подбородок, асана кошки в выражении ярче сделайте три прогиба в поясничном, в грудном, в шейном отделе позвоночника. Прогнитесь, потянитесь за макушкой головы наверх и дыханиями собственно улучшите положение тела в пространстве. Вдох. Выдох, вдох, выдох,
Вдох, выдох. На выдохе опустите голову. Сохраняйте два прогиба в поясничном, в грудном отделе. Посмотрите на середину бедер. На вдохе поднимайте таз руками и ногами наверх. Раз. Первое движение Адха Мукха Шванасана. Высоко поднимаем таз, высоко поднимаем седалищные кости. Выпрямляем руки в локтях, ноги в коленях. Толкаем макушку головы между большими пальцами рук. И отодвигаем плечи от ушей. Все, высоту сделали. Вы высокая у вас Адха Мукха Шванасана, таз высокий. Теперь сохраняя высоту на выдохе, не сгибая ноги в коленях, опускаем пятки, кто может. У кого не опускается, ничего страшного, со временем опустится. Голову поднимите, посмотрите за начало йога мата. Снова голову опустите. Положение головы правильное в Адха Мукха Шванасане. Уши касаются бицепса, руки прямые, ноги прямые, позвоночник прямой. Втяните низ живота и дыханиями улучшите. Улучшите, сделайте лучше вашу Адха Мукха Шванасану. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Голову поднимите, посмотрите на большие пальцы рук. Соедините большие пальцы рук, большие пальцы ног. Довыпрямите руки, довыпрямите ноги и опустите голову. Голова падает легко, как воздушный шарик на антеночке, за плечевые кости. Пройдите руками еще ближе к ногам. Среднее положение между Адха Мукха Шванасаной и Уттанасаной. Между собакой мордой вниз и наклоном. Руки прямые, ноги прямые, живот втянут. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Руки на кончике пальцев и поставьте основание ладоней у больших пальцев ног. Снова выпрямите руки, выпрямите ноги, опустите голову. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох. Голову поднимите, поставьте себя на кончики пальцев рук, потяните за макушкой головы вперед. Постарайтесь прогнуться в пояснице. Кончики пальцев рук поставьте за пятки. На выдохе ведите ладони вниз, втягивайте низ живота, опускайтесь на прямые ровные ноги. Только не спешите головой нырнуть к коленям. Больше сохраняйте движение вашей грудной клетки параллельно бедрам, а лицо двигается параллельно голеням. Грудина, живот параллельно бедрам, лицо параллельно голеням. И только в самый последний момент лицо опускается за колени. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. На вдохе выходим с прогибом из этого положения, из уттанасаны, выходим с прогибом. Прогнулись, потянули за макушкой головы наверх, руки на середину бедер, вышли. Встали ровно в тадасану, вам поворачиваться не нужно, я повернусь к вам. Сделали тадасану, основную асану стоя. И компенсирующее, выравнивающее дыхание. Три мягких, спокойных вдоха, выдоха. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Следующая асана врикшасана, асана дерева. Начинаем влево. Поднимите пальцы ног, вытяните их вперед, пяточки назад. На выдохе отводящее движение левой ногой влево. Правую руку на таз затолкните, головку бедренной кости в таз, вертлюжную впадину. Левое плечо вперед, подровняйте плечи. На вдохе поднимайте левую пятку в правый пах. Еще раз, левое плечо вперед, левое колено назад. Плечи ровные, параллельно друг другу. На вдохе поднимите руки. Врикшасана, левое, правое. Руки параллельно друг другу. Грудная клетка ровная, спина ровная. Врикшасана. Дыхание спокойное, без рывков.
Положение рук Вимонасана. Положение рук Намаскар Мудра. И классическая Врикшасана. На выдохе опустите руки. Опустите ногу. Переступите с ноги на ногу. Раскидайте ноги. Делаем вправо из тадасаны. Подровняйте вашу тадасану. Не пренебрегайте тадасаной. Тадасана – основная асана, стоя. Все остальные асаны производные от тадасаны. Я имею в виду асаны стоя. На выдохе вправо. Левую руку на таз. Выровняли бедро, таз. Поднимайте правую пятку в пах. Плечо вперед, правое колено назад. Плечи параллельно друг другу. Вдох. Держим положение. Три вдоха, три выдоха. Руки из плеч Вимонасана. Руки перед грудью Намаскар Мудра. На вдохе классический вариант. Аккуратный выдох. Опустите ногу, переступите с ноги на ногу. Следующая асана – Архачандрасана. Для Архачандрасаны развернитесь, пожалуйста, влево. Левая нога первая. Сгибаем левую ногу в колени. Правую ставим на кончики пальцев. Аккуратно наклоняемся. Левую ладонь ставим по диагонали от мизинца левой ноги. Правую руку на таз. Разворачиваем корпус. На вдохе левую ногу выпрямляем, правую поднимаем. И поднимаем правую руку Архачандрасана. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Аккуратно. Левой кистью толкнитесь и выйдите из асаны. Раз. Хорошо, молодцы. Продышитесь, давайте сделаем в другую сторону. Делаем вправо. Правая нога. Сгибаем правую, левую на кончике пальцев. Ставим правую руку чуть-чуть по диагонали от правого мизинца, левую руку на таз, разворачиваем корпус. Пожалуйста, чуть больше разверните корпус, чуть больше разверните корпус. На вдохе выпрямляем правую, поднимаем левую. Правая нога прямая, левая нога прямая, поднимаем левую руку. Архачандрасана. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. На вдохе аккуратно выйдите. Встаньте, сделайте тадасану, компенсирующее дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох. Следующий блок асан – Вирабхадрасана 1, Вирабхадрасана 2, Вирабхадрасана 3. Начнем с Вирабхадрасана 3. Вирабхадрасана 3 классически продолжает Архачандрасану. Движения логично вытекают одно из другого. Сгибаем левую ногу в колени, правую на кончике пальцев. Вытягиваем руки, напрягаем больше мышцы предплечий. Прогиб в позвоночном отделе. В позвоночном, во всем. Весь позвоночник прогибается. Больше акцент на поясничный отдел позвоночника. И на вдохе аналогично, как в Архачандрасане. Выпрямляем левую, поднимаем правую. На выдохе опускаем. До выдоха. В другую сторону. Сгибаем правую. Левую на кончике пальцев. Мышцы предплечий, поясничный отдел, весь позвоночник прогибается. На вдохе выпрямляем правую, поднимаем левую.
а выдох. Вирабхадрасана один. Левая нога первая. Шагните правой ногой назад на расстоянии вытянутой руки. Руки на таз. Чуть больше толкните правую часть тела вперед, левую назад. Большие пальцы рук на крестец, на копчик, уже локтя. Включите правую ногу. Что значит включите правую ногу? Напрягите квадрицепс, мышцы голени. Почувствуйте правую пятку, правый мизинец. Упирайте заднюю ногу, как в балку. Сделайте, пожалуйста, прогиб в поясничном и в грудном отделе. Смотрите прямо перед собой. Голову не опускайте и не задирайте. На выдохе сгибайте левую ногу в колени до угла 90 градусов. Довыпрямите заднюю ногу правую, чуть больше правое плечо вперед. На вдохе поднимите правую руку. Левую вирабхадрасана один. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. На выдохе опустите руки. Выпрямите левую ногу. На вдохе одним шагом. Рыц. Подшагните. Переступите с ноги на ногу. Делаем в другую сторону. Правая нога первая. Вытяните левую руку. Измерьте правильно расстояние. У каждого человека это расстояние персональное. Это длина вытянутой руки. Отшагните так, чтобы ваша ступня и ладонь были в одном уровне. Руки на таз. Оживляйте левую ногу. Включайте мышцы левой ноги. Почувствуйте пятку, мизинец, кожу подошвы левой ноги, правой. Большие пальцы на таз. Прогнитесь, прогнитесь. Голова ровно, подбородок параллельно полу. Сохраняйте прогиб в грудном, в поясничном. На выдохе сгибайте правую ногу. Довыпрямите левую. Поднимите левую руку. Правую. Вирабхадрасана один. Упирайтесь больше, пожалуйста, в левую ногу. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, выдох. Выпрямите правую ногу, выдохните. На вдохе одним шагом. Рыц, переступите с ноги на ногу. Встаньте в середину йога-мата. Руки из плеч. Теперь расставьте ладони, делайте ладони параллельно полу и поставьте стол ступни под ладони. Руки на таз, плечи от ушей. Движение следующее. Вирабхадрасана 2. Поворачиваем левую ногу до угла 90 градусов. Правую 60 вовнутрь. Следующее движение. Подровняйте таз. Выровняйте оба крыла таза. Вот это правое крыло таза, это левое. Выровняйте таз. Сохраняйте плечи над тазом. Чуть больше. Будьте, пожалуйста, фронтальнее. Разверните грудную клетку вперед. Вирабхадрасана 2. Очень сложная асана. На выдохе сгибайте левую ногу в колени. Оставляйте плечи над тазом. Вы сгибаете ногу, пока левая нога не окажется в положении 90 градусов. Пятка, колено. Кости голени перпендикулярно. Кость бедра параллельно. Задняя нога правая, прямая. Вытяните правую руку, обопритесь левой рукой. Подайтесь правой рукой больше к правой пятке. Левую. И поверните голову на переднюю руку. Вирабхадрасана 2. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки на таз. Выпрямите ногу, сделайте ступни параллельно. Продышите, сделайте цикл. Вдох, выдох, вдох, выдох. Делаем вправо. Повернули правую, левую. Выровняли таз. Пожалуйста, не спешите. Йога – это геометрия, архитектура. Вы
архитектор, вы дизайнер собственного тела. Сгибайте правую ногу. Подровняйте плечи. Снова кость голени, кость бедра, задняя нога. Обопритесь. Вытяните левую руку. Подайтесь назад, пожалуйста, все. Назад, назад. Не вперед, не вперед. Вы склонны все падать вперед. Назад вытаскивание тело идет. К левой пятке. Правая рука. И разворот. Руки на таз. Выпрямили ногу. Ступни параллельно. Небольшими шагами. Небольшими шагами сдвигайте ноги. Сделайте тадасану. Компенсаторное дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Следующая асана – паршватанасана. Для паршватанасаны левая нога первая. И как в вирабхадрасане один, мы снова отшагиваем левой ногой назад на расстоянии вытянутой руки. Ставим руки на таз. На таз. Чуть больше правую часть таза вперед, левую назад. И здесь мы начинаем напрягать квадрицепс левой ноги. Натягиваем мышцы к тазу. Сильнее прижимаем подушечку под большим указательным пальцем в левой ноге. Правая нога прямая, ровная. Левая прямая, ровная. Поднимите правую руку, левую. На выдохе вперед и в длину. Не позволяйте тазу перекашиваться. Опустите руки на кончики пальцев. Потянитесь за макушкой головы вперед. Руками толкайте йога-мат, пожалуйста, назад, к пятке правой ноги. Удлиняйте позвоночник, выпрямляйте ноги. Еще раз вслушайтесь, пожалуйста. Выпрямляйте ноги, удлиняйте позвоночник. Если у вас позвоночник будет коротким, спина горбатой, вы нырнете вниз, вы получите анти-йогу. Хотелось бы, чтобы была йога. Вдох, выдох. Вдох, выдох. На выдохе правую руку за левую ступню, левую руку. Не позволяйте ногам сгибаться. Если вы чувствуете, нога начинает сгибаться в колене, остановитесь. Вот это ваш предел. И в этом пределе дыханиями подравнивайте себя. Если вы чувствуете, что ноги не сгибаются, вы можете уйти дальше руками, вы уходите. Но, пожалуйста, здесь индикатор, лакмусовая бумажка – это прямые ноги. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Руки на кончике пальцев, потяните за макушкой головы вперед. Обе руки на середину голени. Важно, толкайте голень вниз. Научите голень идти вниз, когда вы поднимаетесь наверх. Бедро. Поднимите плечи. Делайте вдох. И подшагните. Переступите с ноги на ногу. Продышитесь. Делаем в другую сторону. Правая нога первая. Левую руку назад. До выпрямите ноги. Важно, пожалуйста, важно, чтобы были ноги прямыми. Важно не как глубоко мы наклоняемся. Важно, чтобы ноги оставались в этой асане прямыми. Руки на кончике пальцев. Уравняли ноги, подровняли ноги. Вытянули позвоночник внизу. Ноги прямые, позвоночник длинный, живот мягкий. Руками толкайте йога-мат назад к левой пятке. Не позволяйте ногам сгибаться. На выдохе аккуратно левую руку, правую. Опускаемся, удлиняемся, опускаемся, удлиняемся. Не позволяем ногам сгибаться. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Руки на кончике пальцев, обе руки на середину голени, на середину бедра подняли таз.
На вдохе подшагнули. Переступите с ноги на ногу. Снова развернитесь. Сделайте тадасану. Руки из плеч. Ноги широко под ступни. Следующая асана. К освоению прасарита падатанасана. Будем делать несколько вариантов прасарита падатанасаны. Первый классический. Поднимаем руки. На выдохе ставим руки на кончики под плечи. Под плечи. Делаем прогиб в поясничном, в грудном, в шейном отделе. Выпрямляем ноги. Первый вариант – это прогиб на прямых ногах. Мы прогибаемся в грудном, в поясничном, в шейном отделе позвоночника. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Соедините большие пальцы рук. На выдохе идите руками вперед, сохраняйте руки прямыми. Не позволяйте рукам сгибаться в локтях, ногам в коленях. Двигайтесь руками вперед, постарайтесь опустить голову. Если голова не опускается, не страшно, опустится со временем. Голову поднимите, посмотрите за пальцы рук и снова голову опустите. Голову поднимите, пройдите руками ближе. Положение рук Баддха-Хаста. Правая рука захватывает левый бицепс, левая – правая. И вы снова опускаете голову, но локтями двигаетесь вперед. Вы ноги выпрямляете и удлиняете бока, талия, увеличиваете расстояние между парами ребер. Работаем всем телом в этой асане. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Поднимите голову, обопритесь на локте. Выпрямите левую, выпрямите правую. Следующий вариант. Прасарита падатанасана. Ставим ладони и ступни в один уровень. Сгибаем руки в локтях. Кости предплечья перпендикулярно, плечевые кости параллельно полу. Ставим макушку головы на пол. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Выпрямляем руки, выставляем руки под плечи на кончики пальцев, ставим руки на таз, поднимаемся. Следующий вариант. Руки из плеч, ладони к потолку, свели лопатки и положение рук Пасчима Намаскар Мудра. Пасчима – это спина, либо задняя часть. Ладони вместе, локти шире, плечи от ушей. Прогибаемся в поясничном отделе позвоночника, не позволяем ладоням расходиться. И если можете, ставите макушку головы на пол. Если макушка головы не опускается, держите такое положение. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. На вдохе поднимайтесь, разбирайте Пасчима Намаскар Мудру. Делайте этот вариант прогиб. Вдох, выдох, вдох, выдох. Теперь, кто может, ставит макушку головы на пол, захватывает ахиллу. И аккуратно, пожалуйста, не упадите вперед. Теперь сгибайте руки в локтях. И ведите голову за таз. Постарайтесь опустить локти. Мягко выйдите, выставите руки под плечи. И с чего начинали, с этого и заканчиваем этот вариант с прогибами. Вдох, выдох, вдох, выдох. По чуть-чуть ноги собирайте и остановитесь. Расстояние между ступнями – две ширины плеч. Делаем скручивание с прасарита падатанасана. Правую руку, правую, ставим параллельно левой ступне. Левую руку ставим на таз. Выпрямляем правую ногу, выпрямляем левую. Правую половину тела толкаем вперед от себя, левую поднимаем наверх и назад. Поворачиваем голову.
Довыпрямляем ноги и поднимаем левую руку. Разворачиваемся. Поворачиваем живот, грудную клетку справа налево. И смотрим правым глазом на большой палец левой руки. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Мягко опускаем руку. Пожалуйста, продышите в среднем положении. Не делайте сразу в другую сторону. Пусть диафрагма и легкие развернутся. Продышитесь, не спешите. В другую сторону. Ставим левую руку напротив правой ступни. Правую руку на таз. Выпрямляем ноги. Теперь левая половина тела двигается вперед. Правая наверх и назад. Наверх и назад. Не спешите поднять руку. Больше толкните левую часть тела вперед, правую наверх. Можете правой рукой себе помогать. Поднимайте правое легкое и правое подреберье больше наверх. И поднимите руку. Довыпрямите ноги. Разворачивайтесь, кидайтесь назад и наверх. Заворачивайтесь слева направо. Молодцы. Добавьте скручивание. Синхронизируйте движение и дыхание. Опустите руку. Руки на кончики пальцев. Потяните за макушку головы вперед. Руки на таз. Вдох, поднимитесь. Делайте восстанавливающее, компенсирующее дыхание. Мягко. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки на таз, ноги чуть шире. Плечи от ушей. Следующая асана. Утхита триконасана влево. Или утхита триконасана влево. Поворачиваем левую ногу до угла 90. Правую ногу 60 вовнутрь. Подровняйте таз. Правую часть таза вниз, левую наверх. Ноги прямые. Будьте чуть фронтальнее, пожалуйста. Вытяните левую руку. Движение следующее. На выдохе левая половина тела удлиняется, правая крутится. Левая удлиняется, правая крутится. Левая удлиняется, правая крутится. И опускаем руку на середину голени. Один вариант. Второй вариант. Левую руку ставим за середину правой голени. Рука прямая, левая нога прямая, левая. И как в предыдущем упражнении, как в предыдущей асане, мы скручивали с прасарита под атанасаны. Рукой поднимайте правую половину тела наверх. Не давайте ногам сгибаться чуть выше левого уха. И последнее, повторяю, пожалуйста, последнее движение поднимаем руку. Не нужно раньше времени поднимать руку. Руку поднимите, будете тяжелее на 7,5 килограмм. Докрутитесь лучше, докрутитесь, докрутитесь. На вдохе. Подняли руку, поверните голову. Смотрите левым глазом на большой палец правой руки. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Оттолкнитесь либо от пола, либо от голени и выйдите с триконасаны влево. Раз. Руки на таз, ступни параллельно. Хорошо. Сделайте два вдоха-выдоха. Я поправлю пока микрофон. Делаем в другую сторону. Поворачивайте правую, левую. Подровняйте таз. Пожалуйста, равняйте таз. Будьте фронтальны. Что значит фронтальный? Грудная клетка параллельно передней поверхности тела. Вот здесь переду параллельно. Спина параллельно задней стене. Вы параллельно в этой асане. Грудная клетка параллельно спине. Вытягивайте правую руку, напрягайте правую ногу. Что значит напрягайте правую ногу? Больше квадрицепс натягивайте. Чем сильнее квадрицепс натягивать, тем нога прямее. Чем нога прямее, тем лучше работает позвоночник. Чем лучше работает позвоночник, тем больше терапевтический эффект.
Опускаем руку. Один вариант на середину голени. Второй вариант. За голень. Нога прямая, правая нога прямая, левая. Разворот корпуса. Поднимите, пожалуйста, выше правое ухо. Не кидайте голову вниз. Это очень-очень серьезная большая ошибка. Правое ухо выше левого в триконасане. Разворот. И последнее движение. Левая рука. Молодцы. Хорошо. Чуть больше разворот головы. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. На вдохе аккуратно. Руки на таз, ступни параллельно. Хорошо делали, молодцы, продышитесь, успокойтесь. Успокойте дыхание, успокоит психика. Не нужно делать дыхание, извиняюсь, не нужно делать асаны, если у вас дыхание прерывистое. Если дыхание прерывистое, такое скачкообразное, волнообразное, то и движения в асанах будут такие дерганные, неправильные. Мы и так в жизни достаточно много дергаемся. Поворачивайте левую ногу, правую. Выпрямили ноги, но ноги прямые. Выровняли таз, выровняли грудную клетку. Упирайтесь сильнее в правую пятку. На выдохе сгибайте левую ногу в колени, левую руку в локте, опустите левую руку. Подровняйте себя в асане. Проверьте контрольные точки. Седалищная кость, колено, колено, пятка. Вытяните правую руку от подмышки правой до правой пятки. Одна прямая линия. Аккуратно опустите левую руку к левой пятке. Не теряйте линию от подмышки до пятки. И прямую руку наверх. Рыц. Вытяните правый бок от пятки до ногтевых пластин. Пальцы в правой руке. Заставьте правый бок звенеть. Вытяните шею, щеку на бицепс, глаза на запястье. Удхита Паршвакона Асана. Молодцы. Хорошо у всех. Держим. Держим. Дышим. Живем. Стира. Сукхам. Асаном. Асана устойчивая, стабильная, красивое, ровное положение тела в пространстве. На вдохе рукой, ногой. Рыц. Руки на таз. Ступни параллельно. Не делайте в другую сторону, восстановите дыхание. Вправо. Поворачиваем правую ногу. Левую. Выравниваем таз. Упираемся в левую ногу. Левая нога нам помогает. Это балка, упор. А правая начинает работать. Сгибаем правую руку в локте. Отстраиваем. Снова контрольные точки. Правая седалищная кость, колено, пятка, колено. Вытянули руку. Потянули за макушкой головы наверх. Ровнее, пожалуйста, ровнее. Левый бок ровный, длинный, прямой. Опуститесь на правую руку. Разверните голову чуть-чуть. Мочки ушей, затылок назад. Довыпрямите левую ногу. И выпрямите руку. И добавьте вытяжение от пятки до ладони левой. Вытяните весь левый бок. Вдох, выдох. Длиннее шею. Щеку на бицепс, глаза на запястье. Выравнивайте, улучшайте вашу удхита Паршвакона Асану. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы, на вдохе. Эч! Руки на таз, ступни параллельно. Молодцы. По чуть-чуть собирайте ноги. Тадасана, основная асана стоя. И восстанавливающее дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Садитесь. Перейдем к основным асанам йоги. Сидя. Основная асана сидя. Если основная асана стоя, Тадасана, основная асана, сидя, дандасана. Для дандасаны, как в начале класса, мы начинаем класс всегда с дандасаны, а потом делаем
Сидхасану. Вот Дандасана, основание больших пальцев вместе между пятками 3 сантиметра. Толкните икроножные мышцы вперед, седалищные кости назад. Руки у таза, сгибайте руки в локтях. При внешней простоте Дандасана очень сложная асана. Тяните за макушкой головы наверх, плечи от ушей. Вдох, выдох, вдох, выдох. Следующая асана основная. Основной наклон в положении сидя, пащимоттасана. Одно из лучших правильных линейных вытяжений вперед. Не только в йоге, но и в гимнастике, в других видах активной физической деятельности. Захватите большие пальцы рук двумя пальцами. Большие пальцы ног двумя пальцами рук. Выпрямите ноги. И первое движение. Поднимайтесь за макушкой головы наверх. Увеличивайте расстояние между позвоночными дисками. Перед тем, как вытянуться в длину, мы всегда увеличиваем расстояние между позвоночными дисками, чтобы не было декомпрессии. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сделайте вдох на выдохе. Выталкивайте прямо на физическом плане. Толкайте таз назад, сильно прижимайте пятки к полу, ноги оставляйте прямыми. Не напрягайте, пожалуйста, руки. Не делайте вот такое движение. Расслабьте руки. Напрягайте ноги, работайте ногами. Сначала всегда ногами. Используйте ресурс ног. Ноги сильные, квадрицепсы сильные, мышцы ног сильные. Дайте ногам проработать, берегите поясницу. На выдохе мягко опустите локти. Расслабьте все тело, кроме ног. Втяните живот, сделайте вакуум. И кто может, опустите лоб за колени. Если вы не можете лоб опустить за колени, сожмите левую руку в кулаке правую и опустите лоб на правый кулак. И расслабьте все тело, кроме ног. Или постепенно, кто может, улучшайте. Убирайте один кулак, второй, опускайтесь. Не позволяйте ногам сгибаться в коленях. Вдох, выдох, вдох, выдох. На вдохе голову поднимите, потяните вперед. Кто может, захватывайте левой рукой правое запястье, потяните за макушкой головы наверх, постарайтесь прогнуться и на выдохе. Выдох, вдох. На вдохе прогиб, на выдохе наклон. На вдохе прогиб. На выдохе наклон. Захватите большие пальцы. Потяните за макушкой головы наверх. Всегда с чего асана начинается, тем асана и заканчивается. Согните ноги в коленях. Ложитесь на спину. Следующая вариация этой же асаны. Уртха. Уртха – это наверх всегда. Адха – вниз, уртха – наверх. Уртха пачамоттасана. Выпрямляем ноги. Обращаю ваше внимание. Смотрите, кто может, тот ставит большие пальцы ног за голову. Кто не может, тот делает классический вариант пачамоттасаны. Просто наклон к прямым ногам. Кто может, кончики пальцев ног. Вот здесь, пожалуйста, не крутите головой. Руки на пятке. Большие пальцы ног на полу. Вы держите себя сильно за пятки, выпрямляете ноги, толкаете голени и бедра от лица, не позволяете пальцам ног отрываться и ведете позвоночник вниз, позвонок за позвонком. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Как выходить правильно? Сгибайте ноги в коленях. Опускайте до конца крестец, копчик, замок рук ниже коленей. На вдохе подтягивайте бедра к грудной клетке. На выдохе бедра от грудной клетки. Ступни на пол. Повернитесь на правый бок. Обопритесь на левую руку и сядьте. Это был первый вариант. Он называется уртхва пачамоттасана. Два, и есть уртха пачамоттасана один. Мы будем делать две вариации. Первый.
Упхая потом гуштасана, захватываете большие пальцы ног и выпрямляете ноги. Это упхая. Первый вариант. И второй вариант – это уртха, мукха, пащиматасана. Мы захватываем себя за ступни, выпрямляем ноги и начинаем притягивать ноги. Прямые ноги, бедра, голени к лицу. Выбор за вами. Либо упхая, либо уртха, мукха, пащиматасана 2. Потяните за макушкой головы наверх, держите ноги ровными, найдите баланс, будьте на седалищных костях. На вдохе выпрямляйте ноги, ноги прямые, и притягивайте себя к прямым ногам, как будто вы наклоняетесь лежа, либо сидя. Хорошо, держите положение любое, упхая, либо прямые ноги. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох. Мягко ноги опустите. Вытяните левую ногу, выпрямите правую. Мышцы ягодиц назад за седалищные кости. Сильно прижмите пятки. У вас уже тело готово к хорошей пащиматасане. И на выдохе уложить себя. Пащиматасана. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. На вдохе аккуратно поднимитесь и сделайте дандасану. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Развернитесь. Следующая вариация – это упавиштаканасана. Наклоны к разведенным ногам. Вы можете остаться на йога-мате, я привык делать на полу. Мне на полу комфортнее. Выбор за вами. И снова первое движение. Мышцы ягодиц за седалищные кости. Первый вариант. Руки за таз. Делаем прогиб, поднимаем лицо. Уртха, лицо наверх. Уртха, мукха, упавиштаканасана. Первый вариант. Давим пятками, прогибаемся, лицо наверх. Уртха, мукха, упавиштаканасана. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Делаем второй вариант. Захватываем большие пальцы ног двумя пальцами рук. Прогибаемся в грудном, в шейном, в поясничном отделе. На вдохе тянемся за макушкой головы наверх. Вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох. И следующий, третий вариант. Адха Мукха лицом вниз, упавиштаканасана. Не позволяйте ладонями держите ступни, не позволяйте ступням валиться. Не падайте лицом вниз. Вытягивайтесь вперед, раздвигайте левую пятку влево, правую вправо, ноги прямые. И тянитесь грудной клеткой параллельно полу, спиной параллельно потолку. И постарайтесь, это все-таки у нас адха мукха. Уртха – это наверх, адха – это вниз. Значит, лицо вниз. Но недостаточно опустить голову вот так. Это тоже будет лицо вниз. Но лицо вниз – это лицо параллельно полу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. На вдохе аккуратно вернулись в положение адха мукха. Вдох, выдох. Сгибайте ноги в коленях. Следующая вариация – это жатсана. Адха мукха. Оторвите ступни, найдите седалищные кости. Пробалансируйте, почувствуйте основание седалищных костей. На вдохе выпрямите ноги, выпрямите руки, втяните низ живота. Держим этот вариант. Вдох, выдох, прямые руки, прямые ноги. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы, хорошо делали. Моя задача как преподавателя усложнить задачу. Когда вы делаете хорошо, нужно внести еще одно неизвестное. Давайте чуть-чуть
усложним нашу асану. Возьмите себя за пятки. И на выдохе выстрелите левой ногой вверх и влево, правой вправо. Раз. Выпрямите ноги, выпрямите позвоночник. Вдох, выдох. Прими руки, прими ноги, прими позвоночник. Работайте с телом. Тело работает на вас 23 часа. Часок поработайте с телом. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Опустите ноги. Ноги широко. Еще раз. Адха Мукха Упавиштхаканасана. Лучшее, на что вы способны, у Адха Мукха Упавиштхаканасана. Раздвигайте ноги шире. Выпрямляйте ноги. Постарайтесь, чтобы между подколенными сухожилиями и полом не было третьего транспортного московского кольца. Постарайтесь прижать, Седалищные кости назад. Руки. Теперь руками двигайтесь в разные стороны. Левой рукой к левой пятке, к правой, удлиняйте позвоночник. Руки влево, левую руку влево, левую ногу вправо, правую вправо, левую влево. Выпрямите грудную клетку и постарайтесь опустить грудную клетку на пол. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Мягко. Раз. По чуть-чуть. Небольшими шагами. Сдвигайте ноги. Сделайте легкое встряхивание. Хорошо. Давайте сделаем один компенсирующий прогиб. Много наклонились. Ложитесь на спину. Согните ноги в коленях. Приведите пятки к ягодицам. Поднимите таз. В собственные ладони поместите ягодицы. На выдохе опустите пятки. Снова ноги чуть-чуть в тонусе. Верхнюю часть тела расслабьте. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Уберите правую руку, уберите левую мягко, позвонок за позвонком. Опускайтесь аккуратно. Чуть-чуть таз приподнимите, толкните ягодицы к пяткам. Замок рук на колени. Мягкое движение бедра грудной клетки на вдохе. На выдохе бедра от грудной клетки. Укладываемся в шавасану. Повернитесь на правый бок, обопритесь на левую руку, сядьте. Сядьте ровно посередине йога-мата. И начинайте укладываться. Опуститесь на локти. Выпрямите правую ногу. Выпрямите левую. Расслабьтесь. Закройте глаза. Расслабьте уголки глаз, уголки губ, обездвижьте язык в нижней челюсти. Расслабляйте плечи, бицепс, мышцы предплечья, запястья, пястья. Расслабьте грудную клетку и верхнюю часть живота. Среднюю часть живота. Низ живота от пупка до лобковой кости. Расслабьте мышцы ягодиц, мышцы бедер, икроножные мышцы, кожу подошвы. На выдохе дорасслабьте все тело. Тело тяжелое. Теплая, мягкая, голова легкая. Не позволяйте ни одной мысли форме рождаться в вашей голове. Мягкий, спокойный вдох сменяет мягкий, спокойный выдох.
Мягкий, спокойный вдох, мягкий, спокойный выдох. Вы в тишине, в покое, вам комфортно, удобно, тело расслаблено. Мягкий вдох сменяет мягкий, спокойный выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Тело расслаблено, кости прямые, ровные, мышцы тяжелые, теплые. Кожа мягкая, теплая, тяжелая, стекает с костей вниз, влево и вправо. Пошевелите кончиками пальцев рук, кончиками пальцев ног. Пожалуйста, не спешите. Согните ноги в коленях, руки в локтях. Повернитесь на правый бок. Полежите на правом боку, подтяните колени к груди. Выпритесь на левую руку и сядьте. Сядьте, как в начале класса. Женщины сгибают левую ногу, джентльмены права. Руки перед грудью, сделайте намаскар мудру. Закройте глаза. Направьте внутренний взгляд на большие пальцы рук. Мысленно поблагодарите себя. Поблагодарите свое тело за практику. На вдохе поднимите голову, позвольте глазам открыться. Класс закончен. Всем спасибо. Приятно было работать с вами. Приятно было работать для вас. Всего доброго. До встречи.